А так там же ж... Що це горить? Дом. На кришу. Попала. Зажигалка. Я 1,70 м, то есть 2 метра. Тут. 2 метра. А что это было? Это зажигалки, которые... Фосфор похоже. Прожигают броню, подвалы, все на свете. Только... Как часто они зажигалками лупят? Так каждый они день. Каждый день шуровали. И были такие мины, что на... В 65 метрах выставлялись, и они оттуда летели с высоты, взрывались и летели в землю, жгли все. То есть взрывается в воздухе, получается типа салют и падает на землю. 3-5 штук летит сразу таких. Кстати, мы не видяшка есть. А что это за артиллерия стреляла? Его зажигал? Это минометы. Да? Это минометы. 120-ка. Вот тебе зажигалка. Ну просто получилось так снять, короче. Вот, вот они летят, зажигалки. До 3000 градусов вот эта температура. Солнце. Пробчик снимаешь? Я за перехлёсток. Ну что, сказали? Ну что? Там они, две там упал. Одну, я даже. Одну, а вторая упала на огороде. Дави. Плавится металл. Бачите, які приколи? Ще таких не бачу. Треба два стік в штоп. Ба? Колір в них був рідний, зелений. Ні, не найшов. От ще одна. Ні, от тут. Скажем, что это похоже на осветительные мины, но хер знает, что в них днем кидают. Может, это какая-то новая. Я не понимаю их логику.